хобби, вот как мне тут пишут, как хобби, потому что хобби это как бы когда в удовольствие, когда хобби, так человек собирает жуков, так это самое, в качестве хобби, для удовольствия, так посмотреть на них, сделать коллекцию, полюбоваться на них, так сказать, подержать в руках. А можно и даже с профессиональной точки зрения. И при определенном вашем желании может это хобби перерасти в вашу профессию. Я думаю, что об этом мы скажем отдельное видео, потому что сейчас мы начинаем так с более младших возрастов, будем подниматься потихонечку к старшим возрастам. Потому что, когда вы еще находитесь в младших возрастах, уже, конечно, можно взять вот такую вот увеличительную увеличилку у своей бабушки.